Привет, меня зовут Ярослав. Привет, а я Ира. И сегодня мы играем в игру квест из серии Exit Quest под названием «Заброшенный дом». Здесь у нас карточки загадок, карточки помощи, карточки ответа. И отдельно у нас в коробке какие-то загадочные предметы и правила. И по сюжету мы ехали где-то на машине. Машина заглохла. Мы оказались в незнакомом месте, на безлюдной дороге. И у опушки леса. Мобильник не ловит. Мы решили бросить машину и нашли заброшенный дом. В нем мы переночевали, но на утро оказались в нем заперты. Какой-то сумасшедший нас там закрыл. Мы видим книгу и странный диск, с помощью которого, возможно, удастся подобрать код какой-то загадки. Итак, книга говорит: «Добро пожаловать, друзья, в мое скромное жилище. Какой восторг вы испытали, блуждая по ненастному лесу и обнаружив мой дом. Но, увы, я не готов предоставить вам место для расслабленного бездумного отдыха. Вам придется как следует поработать головой. Всегда рад группе свежих игроков. Увидим, на что вы способны. Найдите выход из моего дома так быстро, как только сможете. Даже не пытайтесь представить свою участь, если вам не удастся покинуть дом до моего возвращения. Я буду только рад, если вы докажете, что способны разгадать все мои загадки. Надежда на это становится все призрачнее. Откройте ли вы входную дверь вовремя, это стало бы концом вашего кошмара. При неудаче кошмары станут вам не важны». Итак, игра началась. Нас завалил какой-то сумасшедший. Первая загадка вот эта. Вот она. Хотите разгадать код? Не бойтесь сгибать. Разве вы не видите синие линии? Мы посмотрели, видели, что синяя линия тут, и уже согнули ее. Мы попробовали решить первую загадку, но еще не решили. И у нас тут 106. 106 вот здесь. Я думаю, что это типа как бы 1 плюс 6, 7. Нет. Это работает игра. Ты трехзначный ход вводишь под определенный символ, и потом смотришь, какой результат здесь. И это не сумма будет цифр. Не будет сумма цифр. Окей, давай посмотрим. И у нас 7, да. Карточку. Но 7 непонятно, что дают. Держи 7. Код, возможно, правильный. Где вы видели символ кода? Мы нигде не видели символ кода. А что значит символ кода? Если какой-то определенный символ. Вот этот символ, где мы видели. Мы видели его на этой странице. Ну, еще здесь. Мы вот согнули. И вот здесь еще. Ну, да-да, но он хочет какой-то конкретный предмет, а мы его не видим на конкретном предмете. Ага. У нас еще тут есть что-то. Может, он имеет в виду, что какой-то предмет будет похож на символ кода? Внешний там или где-то? Нет. Или какая-то цифра будет похожа? Может, 7 будет похожа на символ кода? Или... А, вот! Ага. Вот это. 9. Угу. Нам на них нарисовано, оказывается. Угу. Когда вы закончите, положите эту карту обратно. Это вместо 7 кладем, а открываем 9. Примите поздравления, вы открыли сейф. Угу. Вы находите карточки загадок Б, И, С и С. Возьмите их стопки и карточек загадок и изучите. Б, И, С и С. С и С, отлично. Угу. И мы девятое откладываем на место. Б – это все буквы. Комната у нас появилась. Так, это мы отложили. Ага. Чтобы обойти кошмар, необходимо найти его. А тут? Тут какая-то комната. Так, давай читать. Моя жестокая игра позволит исполнить мое самое сокровенное и секретное желание. Я добавил на каждое оставленное мной послание предостережение. Найдите то, что спрятано в моем доме. Если же вам не хватит сообразительности на решение моих виртуозных загадок, то вы окажетесь на дне компактной и закрытой деревянной коробки. Избежать этого могут только самые умные. От злого рока смогут уйти только достойные моей жестокой игры. С. Угу. А, на этой карточке подписано так. Б, ага. В. А, это их карточки, это Б, С. Да, и тут, смотри, еще есть символы. Угу. Ну, тут у нас это, да, тут надо найти. Ну, вот это, чтобы обойти кошмар, необходимо найти его. А вот кошмар. Необходимо найти его. Некоторые цветы, у нас восход мая, череп. Кошмар. А может, там цвета подскажут нам? А, надо найти кошмар. Мар, надо найти мар. Угу. Видишь, мар. Да, я поняла.
Вот так можно амары сделать. Не-не, я думаю, что должен быть какой-то, ну, видишь, по стрелке. Ага. Может, ну... Нет, так нет, по-моему. Ты видишь? Нет, не вижу нигде. Вот так видишь мар, да? Угу. Попробую белый, желтый. А на каком кубике? На вот этом, на треугольнике? Давай, да, давай тут попробуем. Хорошо, белый. Подожди, мы видим какой-то предмет с ним? Ну, ага, вот, вот он. Видишь? Да, там треугольник. Треугольник белый, желтый, белый, желтый, черный. 17. Попробуешь? Ох, сейчас нам скажут, идите в жопу со своими неправильными ответами. Где вы, возможно, код, возможно, правильно, где вы видели символ кода? Мы видели вот здесь. Это 23. Угу. Необычно так. Угу. 23. Ого, вы открыли шкатулку. Класс. Класс. Так приятно. Вы находите карточки загадок N и H и странный синий предмет. Возьмите синий предмет. Мы нашли странный синий предмет, он выглядит вот так. Из коробки и карточки загадок и стопки изучите их. О, у нас есть фиолетовый круг. А потом спрячьте 23. Интересненько. Тут есть X. Зелё... Когда художник нарисовал картину. Вот, вот, вот картина. А, вот, вот это уже не надо. Нарисовано 1679. Да. Это что должно значит? Это их сложить как-то в кучу? Так, и что это? Ну смотри, ну вот эта штука пришла. Ну так красиво. Угу, давай. Думаю, что это одну цифру нам покажет, но нет. Ну, я так поняла, что вот это, когда художник... Вот это ответ на X, последняя цифра. Понял? Тут смотри, квадрат. И вот, вот это первое. Смотри, вот квадрат еще. Когда художник нарисовал картину... Ну, у нас тут только 1, 6, 7, 9. Давай 1, 6, 7, 9. Вот, 1, 6, 7, 9. И что это значит? Я не знаю. 210, вот этот ответ. 1679 это 210. Но это только, только какой? Вот это, только нижнее. 210 это что? Я думаю, что это ответ сюда. Квадрат это 210. Я не думаю, что нужно разгадать сразу все. Это только, я думаю, это только нижняя цифра. А это средняя, это верхняя. Я думаю, что это может, чтобы запутать нас. А, вот листик тут. Ага, подожди, вот эта штука тут есть где-то нарисована? Вот она. Угу. Ага, да, вот, это подсказки про картину просто. Все, понятно. Хорошо, давай 210. Да. 210. Квадрат, 200. 10. 20. Ну, давай попробуем. Мы на этой штуке ее увидели. Сейчас он переспросит. Игра. А, я подозреваю, что разгадывание загадок – это не ваш конек. К сожалению, код неверный. Понятно, да, хорошо. Тогда у нас есть какое-то определенное дерево. Подожди, мне кажется, мы тут одна только цифра. Вот это дерево, вот эта штука. Может, это 9? Смотри, типа, если мы смотрим четко вот это дерево, идем вот сюда, вот эта штука, и под ней типа девятка. Или это не очень верный ответ. Странный предмет. Хорошо, а можно еще посмотреть? Ну, нам точно то надо использовать. Смотри, ну это, видишь, вот это посередине. Некоторые цветы выдают скрытно. Тут есть цветы? Вот. Насколько скрытно они выдают? Не понимаю. Тоже не понимаю. Луна восходит в мае. А что у нас про май есть? М-А-Е. Не, думаю, что еще май нам. Так, мы же столько игра.
Найдите то, что спрятано в моем доме, если же вам не хватит сообразительности на решение моих вертузов, то вы окажетесь на дне компактной закрытой деревянной коробки. Компактно закрытой деревянной коробки. Это какая? Вот эта? С плюсиком? Нет, я думаю, что групп. Так, это просто сиреневый. Не помогает. Вестник науки. Таинственные события. В. Не нужно ли нам наоборот, может, 0-1-2? Вот это зачем? А если 2-1-0 это 3, если их соединить надо? Да не. Ну, тут же 3 цифры. Я имею в виду, что это нижняя все-таки средняя. Ну, все равно непонятно. Может, не. Можем попробовать 0-1-2. Давай попробуем 0-1-2, а я посмотрю еще сюда. Может посчитать, сколько деревьев тут? Вот таких зеленых. У меня 24 выше. Угу. 24. Ой-ой, что же произошло? К сожалению, код неверный. Да, да, понятно. Игра издевается. Хорошо, а девятка у нас тут, десятка есть? Десятки нет. Нет, от нуля. Может, 10-0? А где карта? Ага. Я просто, смотри, новое предположение. Я посчитала вот эти штуки, их 10, деревьев 6, а это нижние 3. Ты что? 10? Ну, этих типа 10 штук. Угу. Это может быть 0. Да. Деревьев зеленых 6, а это может быть 3, потому что 210 это 3 вместе. И что, а сколько эти? А это сколько? 6. Почему 6? А именно таких. Тут есть другого цвета, видишь? Я тоже... Жесть какая-то. Что мне так сказать? 0, 6, 3? Да. Ну, я не знаю, это такая абстрактная догадка. Да, какая-то странная. Ну, попробуем. Мне кажется, игра так даже не предполагала, что можно так решить. 0, 6, 3. 1. Вы уже догадывались, что это ни к чему не приведет. Угу. Ну, прикольно, что ну там не спойлеры, а реально типа, неправильный ответ. Это мне нравится. Жесть. В каком году? Если 16.1.6.79. Может быть, это 1, 6, а потом 16? 16-16. Не бывает такого. А тут не видишь нигде квадрат? Тут только я вижу ромб. Так квадрат вот тут. Да, я поняла, но вдруг здесь есть. Не, они просто на разных объектах. Понятненько. У нас всегда есть подсказки. Ну что, возьмем первую подсказку? Ты говорил 3 их, да? Да, первую давай. Давай первую, да. Для того, чтобы решить эту загадку, вам необходимо найти карточки И и Н. Вот И и вот Н. Также вам понадобится страница 3, страница 10. Страница 3. Думаю, это то, что мы уже с вами поняли. Вот. Да. Когда художник нарисовал картину. Понятно. И страница 10. Вот это, да, мы уже сделали. Найдите 3 требуемых объекта для карточки загадки N. Ага, нам надо найти 3 требуемых объекта. Вот раз объект, два объекта и три объекта. Ну вот, я их нашел. А если все вместе посчитать и сумму потом, сейчас я придумал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это 12. 12. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. 10 это 20. 32 это 5. А тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Это 8. А тут 16. 22, 23 это 5. Как ты посчитал, я не могу понять. Куда я просто, ну, все, ну, типа, у нас все цифры очень короткие, поэтому если получается, например, там 32, то мы плюсуем то, что соединение. Mm-hmm. И так все, если сплюсовать, все цифры плюсуются. Ну, давай попробуем 5, 8, 5. 5, 8, 5. 5, 8, 5. 1, неправильно. Mm-hmm. Игра знала. Подлая игра. Угу, я знаю, что я могу решить. Имбрандт. 1, 6, 7, 9. Подожди.
А где-то есть буквы и цифры, чтобы переходило, нет? Ну, мы вот эту страницу никак не использовали, вот эту. 210 вам не подошло, да? Да. Сколько тут? 32 картины и 10... Сколько деревьев? Вообще всех? Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17. Смотри, вот тут есть 32, вот тут 17. И 9? Может быть, 2, 1, 7? Вот, вот 32, вот 17, вот год картины. А это что, год картины? Да, и мы скажем, вот, и они только это находятся. Угу, да. А? Да, круто. А ну, да, сколько? 2.1.7? Да. Ого, ты гений. Подожди, я еще не гений. Давай пробовать. Круто. 10. Давай. Так, где мы ее нашли? Мы ее нашли на вот этой ерунде. Угу. С собакой. Это 22. Вы открыли столик. Вау, давай. Вот это круто. Круто, да. У нас появилось Е, К и У. Ого. Так, нам вот это, скорее всего, мы откладываем. Вот это откладываем. У нас еще фиолетовый круг остался. Ого. Ну, он просто пускай у нас будет. Так, вот это ерунда. Моя жестокая игра. Вы поймете смысл, если начнете с конца. Всегда только одно слово сверху вниз. Примечание. Этого символа нет на декодере. Угу, понятно. Но загадка все равно может быть решена. Карточки помощи для этой загадки есть. Такую штуку мы решаем. У нас есть Эйнштейн. Если 8 плюс 5 – 313, 5 плюс 4 – 19, тогда 7 плюс 6 – у-у-у. Теория цвета. Для начала прибавьте синий к пуговице, удалите желтый из черепа и, наконец, удалите красный шар. Понятно, это точно. Прибавьте синий к пуговице. Так, где? Давай с черепом, тут череп уже есть. У нас нет пуговицы. Тут есть пуговица. А это пуговица, да? А, что будет, если синий к пуговице? Синий к пуговице... Белый? Нет. Белый? Нет. А вот фиолетовый. Синий и фиолетовый. Удалите желтый из черепа. Череп красный? Если это красный будет. Угу. А вот синий к пуговице непонятно. И наконец удалите красный. Подожди, шар. Череп оранжевого цвета. Я думаю, что это шар. Хорошо. Мы еще пуговицу не нашли. Мы это не можем решить, потому что у нас нет пуговицы. Хорошо, подожди. Череп оранжевый? Да. Если с него удалить красный, он будет желтым. Да, если удалить желтый, то будет красный. А, я не видела, что желтый. У нас вот это мы оставляем. Хорошо, давай Эйнштейна решать тогда. А вот это, вы поймете смысл, если начнете... Моя жестокая игра, вот. Если начнете с конца, всегда только одно слово сверху вниз. Если начнете с конца. Игры жестокой моей достойной, только уйти смогут рока злого от. Я как Йода разговариваю. Умные самые только могут этого избежать. Коробки деревянные закрытые и компактные, дне на окажетесь вы то. Всегда только одно слово сверху вниз. Игры от коробки на дне... На спрятан, что спрятано? На дне послание. Коробки. Секретное послание спрятано на дне коробки от игры. О, класс. Где? Дно коробки это вот тут. Вау! Это называется на второй раз в жизни, все равно я в восторге. Вау, вы разгадали только что. Да, класс. Поздравляю, вы нашли секретное послание. Тем самым вы решили карточки Е и С. Ага. Вот мы их откладываем. У нас новая комната. Это мы, это на место. Давай. Е, К и У ты достал, да? Достал, да. Вау. Так приятно. Угу. Фух. Тут... Мы будем Эйнштейна решать. Если 8 плюс 5 – это 313, и 5 плюс 4 – это 19, тогда 7 плюс 6 – красный. Почему красный? Может, первое надо куда-то вставить будет.
первую цифру. А, подожди, вот тут какая-то... А, это буква. Хм. Ну, тут смотри, 8 плюс 5, вот тут 13, 5 плюс 4, 9, вот тут второе. Угу. А вот это не бывает. А почему я написала 313? 33? Ну... Нет, ну тут тоже 13 выходит, как и тут. И тут также 3 больше 10. Ну тут типа 1 к 10. Ну нет, нет. Ну можно попробовать 313, чтобы игра сказала, что я не прав. Давай. 3, 1, 3. А какой-то, что там решаем? А-а-а. Ага. Неясно. Вот это теория цвета для начала. Нет, нам не хватает пуговицы. Хорошо. А вот нигде нет пуговиц? А там нет пуговиц вот тут? Вот эта пуговица, вот она. А-а-а. Вау! Прибавьте синий к пуговице. Если синий к пуговице, это зеленый. Угу. Зеленый. Давай. Это что мы разгадываем? Вот это? Да. Да. А-а-а, зеленый. Зеленый, давай. Потом зеленый, удалите желтый черепа. Это красный. Угу. Да? Да. И, наконец, удалите красный шар. Красный шар удаляем, будет синий. 2, 1, 1, 4. Ух ты! Да! А что, а какую силу мы вот такой решаем? Да, треугольник. Вот, вот он. На шкафу. 27, да? Это 20, 21. 21. Точно 21? Это не семерка? Не. Хорошо. Очень хорошо, вы открыли шкаф. Открыли шкаф! А, и ты, давай, достой. О, у нас есть «Открой меня» круг. И вот тут есть. Вот он. Домино, вестник, Альберт. Открывай домино. Угу. Вот тут вестник у нас, вестник науки. Домино. А, тут надо сложить домино по порядку, разыграть. Кес. Ди. Ди, В, Т. Как еще это можно сделать? Ну, у меня вот такой вариант был. А, тогда если прям совсем ровненько положить. Ну да, тут D получается первая буква. Нет. Нет. Я решаю задачку домино, а ты? Я не знаю, что с вестником делать, пока не пришло ничего. А что ты ищешь? Я пока кладу на место. Альберт тоже мне пока непонятно. Ну это будет какая-то цифра, ты тут должна какую-то цифру найти с помощью вот этого вестника.
Блин, игра мне предлагает вот это вырезать, но мне страшно резать это. Ты как думаешь? Я думаю, что режь. Да? Да. Погнали. Так. Все, пока игра. А, Альберт, это Эйнштейн, это его нужно решить. Да, надо решить Эйнштейна. Угу. Ну и тут тебе будет одна цифра, да. Да, понятно. А, я поняла, один, наверное. Почему? Потому что пятерочки не хватает троечки, чтобы стать восьмеркой. Четверочки один не хватает, чтобы стать пятерочки. А шестерочки тоже один не хватает, чтобы стать. Один, три. Один, короче. Три. Ну там один будет просто, это же цифра. Один, да, хорошо. Вот здесь будет один. Хорошо. Альберт, третий, один. Ты до меня сделаешь, а я повестнику пока вообще ничего. Я играю в вырезание. Угу. У меня вариант посчитать буквы и слова. Взять отсюда О, потому что это может быть нулем. Супер варианты. Так, блин, я забыл. Мне кажется, что я неправильно все поделал. Ладно, вот так. Три. Три, два. Четыре. Четыре, шесть. Шесть, шесть. Шесть, два. Два, один. Нет, не решается. Может, наоборот, троечку начать строить? Не-не-не, тут начнется единица. У нас точно с двойки можем начать. С двойки, потом. Вот у тебя три варианта у тебя. Ну нет, мне же надо привести так, чтобы все закончилось. И поэтому мы можем сюда четверку встрять. Или сюда тройку. Эти шестерки можно выносить, но нет. Так. Ты можешь сюда не вот это, а вот это подставить? Да, да, ну тогда все, вот так. Угу. Мне кажется, надо с двойки, потому что с двойки больше вариантов. А с пятерки только один. Угу. Ну, у тебя такая ситуация, что один никуда не присоединяется. Он остается лишним. Хм. Да. Может, это и ответ один? Давай подумаем, решим тогда. Угу. А что у тебя с вестником? Не знаю, что с вестником. А давай. Пу-пу-пу. Там один, и у тебя один. Домино один. Угу. Там один, а вестник? Написано вестник. Это может быть 7, потому что там 7 букв. Это может быть 0, потому что тут есть только одна цифра 0. Я пробовала этой синей штукой крутить везде, вот этой, но что-то мне не помогло. Вестник. Это похоже на какой-то, может быть, да, давай. Вестник. Мне кажется, что-то 9. Давай пробуем 9. Видишь, они поэтому тут соединены. Ага, сейчас, это 9, это второе. 8. Ух, ну рискнем. Нет! Что говорит? Неверный. Не гадайте, а включите логику. Засовываешь внутрь. Открой меня. Может, тут надо открой меня? Может быть, вот тут. Вот тут. Что? Открой меня. Вот тут не писать. Ну ладно, вестник. Мы вестник нашли девятку, да? Да, я думаю, что здесь. Подожди, неправильно, тут девятка должна быть, не то. Вот. Ну, скрутилась. Сейчас. 1, 9, 1. Уже ты правильно была, 1, 9, 1. Да, все правильно, 8 было. Угу.
Вот смотри, вот это платежный вопрос. Да, это сказано, что надо отдать последнюю цифру, чем закончится. Блин. И первая подсказка мне просто скажет, вот это разгадайте и все. А может по очереди пойти, типа 1, 2, 3, 4, 5, 6? Вот у тебя два строчки соединяются вот тут. Ну раз один не подходит, то действительно можем пробовать вот так. Тогда выводить вот сюда. Ну понимаешь, ты не можешь один никуда подсоединить. У тебя будет сейчас его... Мне кажется, что у меня что-то вышло. Просто посмотри на эту штуку. У тебя один может присоединиться либо сюда, либо вот это, либо вот этот. Больше да. Некуда присоединяться. Да. У тебя всегда будет в один в конце. Ладно. Я думаю, что где-то в другом месте мы протупили. Точно вестник вот так? Потому что вот тут еще к. А. Ну тогда это точно 9. Подожди, тогда. Вестник. Ну да, вот тут. Не надо нам. Это точно 9. Хорошо, у нас здесь точно 9. А тут точно мы отгадали, может нет? Ну, это очень нелогичная твоя тема. Угу. Первое домино, потом вестник, потом ольга. Да, это 8 минус 5, это будет 3. 8 плюс 5, 13. 5 минус 4 будет 1. И 7 минус 1, это 6. 1. 1. 1, вестник 9, домино 1. 1-9-1. Угу. Подсказку смотрим. Давай. Это круг. Для того, чтобы решить эту загадку, вам необходимо найти карточки загадок А, Б, К, Т. А, Б, К и Т. Решите три небольших загадки на карточках Б и К. Б и К мы решили. Uh-huh. И на странице 11. С помощью карточки загадки А вы окажетесь на пути к успеху. Да, да, это то, что мы знали так. Идем дальше? Да. Решите задание домино на странице 11 в книге. Чтобы сделать это, вырежете или вырвите все 10 фишек домино и выложите их в ряд. Важно, вам разрешено вращать фишки домино, включая красную стартовую фишку. Вращать, да. Напишите слово «вестник» на карте загадки «Б». На карте Альберта Эйнштейна у меня мысли широкие, вычислял даже... Ну все, мы это все порешали. Вращать. Тогда все... Вращать мы не догадались. О! Ну, короче, 4. Угу. Тогда у нас получается домино это вместо 1, 4. 14 карточка. Да. Что? Вот здесь. Это 25. На чемодане. Великолепно. Вы открываете шкатулку для драгоценностей. Возьми. Ну это не шкатулка для драгоценностей. А что это чемодан. А вот это шкатулка? Вот это? Да. Ну все равно. А, вот зеленые. Нет. Нет, это вот, ну, короче, эта игра так делает. Ну, тут же 25 написано. В 25. Ну да, значит, мы правильно все сделали. Вы находите карточки загадок D и F и странный зеленый предмет. Нашли странный зеленый предмет. Возьмите зеленый предмет из коробки и карточки загадок и изучите их. А вот это все сложите на место. Давай я сложу. Так, вот этот мусор мы убираем. Давай. Я испортил игру, мне так больно. Ты не испортил, ты разгадал. Не верьте словам, синий, зеленый, красный, и цветам тоже. Хорошо, помеха, темпоритм, реализм. Ага, отлично, не верьте словам. Это надо что-то со словами делать. Там в самом начале было что-то. Угу. А тут луна восходит в мае. Нет. Давай следующий вот тут, смотри. Может тут? Нет, это мы уже использовали. Понятно.
А, это разные, смотри, это луна, а это вот это. Да. А, луна восходит в мае. Луна. Май. Тут май сделать. Блин. Тут можно найти май. Тут мы это использовали. А где на картинке у нас? В мае. Тут есть все эти буквы. Вот М. А. А, надо посчитать, сколько их количество. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8М. Угу. Букв А. Раз, два, три. 3. Букв Е. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6. Это номер 3, сейчас посмотрим. Вы казались таким, а теперь это, к сожалению, ход неверный. Ты, так, а ну еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь сначала. Угу, восемь. Потом А. Раз, два, три, три. Три, да. Потом Е. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ага, семь. Да, 18. Это я... Казался таким умным. Ты точно 18? Да, 18. Да, 18. А на чем мы видим это? Я не вижу нигде. Все. Меню. А, вот. А, ага. На шкатулке 15. Примите поздравление, вы открыли сундук с сокровищами. Угу. Вам не интересно золото? Не интересно, но вы находите карточки загадок. Но мне интересно золото. Давай. ГЛМР. Ну почти все достали. О, новые буковки. И новая комната, отлично. Ага, это все вместе. Смотри, вот это все вместе. Да, да, это отдельно. Не верьте буквам. А, они просто будут выложиться, я думаю, вот так как-то. Да, я тоже думаю, что выложится. Словам типа... и цветам тоже. Ну, в общем, надо еще красный. Угу. А, синий. Не верьте словам и цветам. Необычно. Не верьте словам и цветам. Ну, короче, нам точно надо еще. Да-да-да. На юге рога. Синий, потом зеленый, потом красный будет. На юге рога, на востоке фарфоровые фигурки, на западе цветы. Вот рога. Фигурки и цветы. На юге рога, на востоке, так. Юг у нас снизу. Юг, восток, запад. Угу. Рогов... Самые южные рога вот эти, да? Я думаю, что количество их надо считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь рогов. На юге. Подожди, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я не умею считать. В сферу фигурки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На востоке. На западе цветы. Цветы раз. На это тут раз. А, тогда как нам сейчас? Какое-то? Что-то мы разгадаем? Вот это. Но здесь тоже есть фарфоровые фигурки. И цветы. И здесь. А, ну, план дома надо смотреть. Где эти комнаты? Или мы не знаем, где эти комнаты находятся. Вот. А где у нас еще комната? Вот это. Вот ух она. Ты! Так, стол, стулья. Где-то есть такое? Вот. А, точно. Вот окно. Вот эта вот комната вот здесь. Вот тут она. Угу. Вот камин. Вот это здесь. А вот диван. Да? Угу. На юге рога. Рога на той картинке. Угу. На востоке. Это здесь? Да. На востоке фарфоровые фигурки. Тут раз, два, три. Три. А на западе цветы. Цветы один. А фигурки... рога. Рога два. Значит, два, три, один.
А как это ключи? А, найдем, где она сначала? Да. Два. Три. Один. 18. У нас уже было 18. Да, попробуй. Ну, да. И на вот этом. Да, это она. На вот такой. Вот это она, да? Да. 30. Ну, кому-то это просто не дано. К сожалению, код неверный. Не дано. Давай нет. Еще раз. А он еще нас определит. Типа сначала открываем. Хорошо. Давай. Все на место. Ага. Так, вот это точно вход. Точно это юг. На юге рога. Два. Да, мы так? Покажи, где два? Его два. Раз, два. Может, четыре? Каждый рог? Попробовать. Вот это все прячь. На юге рога. Может быть два, может быть четыре. Потом. На востоке фарфоровый... Вот! Да неправильно. На юге это здесь рога. Рога... Девять. Блин, вот хитрая игра. Раз, два, три, четыре, девять. Девять. Потом восток. Это вот как раз вот эта картинка. Фарфоровые фигурки. Раз, два, три, четыре. Угу. И цветы. На западе. Там, где окно. А тут цветы. Раз, два, три. Угу. 9, 4, 3. Пробуем это крестик, да? Да, и видео. Вот тут он. 9, 4, 3. Это 20. Давай, пробуй. Нет! Не ваш конек. Конек. Что не так? Юг, восток, запад. На юге. Юге вход. Нет, на юге вот это. Вот это юг. 9. Даже если 18, то все равно 9. Угу. Рога. На востоке, это тут, там где дверь, фигурки. 4. Хорошо. И на западе цветы. 3. Но это ж не цветы вот это, правильно я понимаю? Нет, это фигня. Угу. 9, 4, 3. Это мы вот это, да? Да, ну правильно, 9, 4, 3. Прямо сказку? Или ты не хочешь? Да все, игра скажет, что мы тупые. Не скажет, она не знает. Старик не знает, что мы берем подсказки. Она в конце там очков меньше даст за то, что мы подсказки брали. Вот это сейчас нам все расскажет. Для того, чтобы решить загадку, вам понадобится решить загадку «Моя жестокая игра». Вы уже решили. Также вам необходимо найти карточки загадок и МПР. И... Что ты переворачиваешь? Смотрю. Все. И... М... Р... А у нас нету таких. Понятно, мы не можем решить. Понятно. Значит, надо это сначала решить. Поэтому нет, тоже это мы тоже не можем. Вот это. Вот это. О, тупица. Расставьте правильно буквы, затем посмотрите на тик-родж. О. Тик-родж. Некоторые цветы угадают скрытно. Еще одна подсказка? Может быть. Но нам все равно надо еще. Угу, я поняла. Да. Вот. А мы вот ту отбросили, да, она может пригодиться? Какую? Ну, это мы уже решили.
А не бывает такого, да, что? Ну, да. Пока не надо. Просто на ней ничего нет. Как? Вот этих штук. Она... Как и на домино. Страница 4. Хитро кич. Я думаю, что одна из гласных, вторая или третья, а вторая гласная где-то в конце. Так и строится в буквы, типа по слогам. Угу. Приятная информация? Да. У меня вышел слово дротик. У вас где-то есть для дротиков популярнее? Не, наверное, ты пишешь. А, я поняла. Что-то точно мы правильно все делаем? Может, не хватает чего-то? Я хотел смотреть подсказку. Я тоже. Да? Да, конечно. А вот это мы пробовали решить? А у нас вот ничего? Вот это место. А, понятно. Для него нужен красный. Для того, чтобы решить эту загадку, вам необходимо найти за карточку загадки Г. Вот она. Переставляйте буквы до тех пор, пока не получите конкретное слово. Первая буква Ш. После этого спасибо. Вот то, что мне надо было. Первая буква Ш. Штрих-код. Ого! Фух! Надо найти, что иметь в виду по штрих-кодам. Расставьте правильно буквы. Вот! Прикинь? Ого, да, круто. Расставьте правильно буквы, за ним посмотрите на штрих-код. 0-0 первое, да? Первое 0. Не, первое это 6-0-0-3. Видишь? 6003, да. 6003. Вот 0. А, да, 0. Да, первая 0. Вторая. 3. 1. Вторая 1. А третья 9. Почему ты решил? А, все, поняла. Фух. Ну прикольно, что надо штрих-код использовать. Да, и то, что такое сложное слово. Такое сложное. Это очень простая загадка, нам так просто. Угу. Ну, мне прям я. Ой, уже готов был. Подыхать. 12. Ух. Так, а что мы звезду вот эту отгадывали? Где эта звезда? Вот она, дверь. Это не дверь, это какой-то... Шкафчик. Видно. Два. Это... Великолепно, вы открыли, это узкий шкаф. Вы находите карточку загадки П и странный красный предмет. Ура, наконец-то. Возьмите красный предмет и карточку загадки П. И три. И вот это мы сразу находим. Это З. Ого. Использовали только синий, зеленый, фиолетовый. А фиолетовый... Это что мы... Фиолетовый – это красный и синий. А ты помнишь, какие нам нужны будут? Нужны? А, Б, К, Т. Это что, круг разгадать? Не, подожди, а мы разгадывали юг-запад. Вот этот крестик, где ты смотрел. Ага, вот он. П, Р. И? Вот П мы нашли. Да. Угу. А И у нас есть? Я И не вижу. Да, есть, вот. Ага. Все есть.
Это маленький. А, это вот для этого мы смотрим. Да, сейчас. Для этого. Вот этот маленький шкаф, он здесь. А, вот цветы добавились да, цветы. Да. Давай, что там у нас по цветам. И вот. 3, 4, 5, 6. Завявшие цветы, подсказка. Вместо тройки там шестерка. Шестерка. Ну хорошо, давай. 9, 4, 6. Прикинь, мы в шкафу не видели цветы. Да, да. Прикольно. 9, 4, 6 на вот таком. Хорошо, но при чем тут увядают они? Потому что шкаф надо закрыть. Так вот, потому что да, потому что мы видели, что они увявшие. Но здесь они нормальные. Они скрытно увядают. А, понятно. Они увядают скрытно в шкафу. Да. 9, 4, 6 ты говоришь, да? Да. 19. Давай. Так. Где мы нашли это? Что это было? Вот такое. Вот тут. 29. Да? Угу. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Неплохо. Неплохо! Мы все сделали, игра. Ты говоришь, неплохо. Кому-то открыт. Карточка загадки Ж. Ого. Что ты забрал? О, я знаю, куда это засовывать. Да, я хотела положить на место. Так, вот это. Такс. А, 9, а у нас есть 2. Б. Так, а, подожди, знаешь, что у меня есть? Используйте только синий и зеленый. И фиолетовый. Синий, зеленый и фиолетовый. А-а-а, о боже, какой кошмар. Все равно непонятно. Синий, зеленый, фиолетовый. Вот, синий, зеленый и фиолетовый. Ну, я ладно, я не знаю. Вот тут. Наверное. А это вот тут типа? Да, да, вот так. Нет. Ага, вот тут. Тут еще не хватает. Ну непонятно, подожди, ага. Я думаю, что мы же еще не все нашли, нам еще одна наша штука. Угу, хорошо. Давай тогда... Вот у нас есть все. Не верьте словам. Синий, зеленый, красный. Не верь словам. Надо красный, синий, зеленый. И цветам тоже. Ну, я не хочу словам больше верить, чем цветам. Красный, зеленый. Нет, красный, значит синий сейчас. Ты ж по цвету смотришь. Красный, потом синий. Согласен. Вот какая ты умная. Но ничего не выходит. Может быть, значит... красный, а потом, потом цветам не верить. Подожди, подожди. Вот, вот должно быть вот так, следующее. Давай попробуем все-таки сначала синий. Подожди, ну, может быть... Может быть, я просто кривой? Нет, ты нет, не кривой. А может быть, это? Нет. Давай сначала все-таки синий положим. Вот у нас четверка, потом зеленый. Ага, хорошо. Потом, значит, синий. Непонятно. Нет. Что если... Как-то так. Ну, попробуй переворачивать нижний. А? Угу. Нет. О! 2, 7, 5? Ну, это ты вниз опустил. Ну. Но тут у нас цвета идут. Мы можем...
Хорошо, давай 2-7-5. Красный 2. Давай для... Угу. Может, смотри, может... Какой-то Y. Попробуй по вот этим, по цветам. Вот такой значок. Синий, значок красный. Да. 2. Значок красный 2. А, нету красный 2? Нет, тут... Вот по цветам. А вот. Синий 2 нет. Что? Мы можем только сделать прям буквально 2, 7, 5. А, давай. Или красный, и зелё... синий и зеленый. Давай 2, 7, 5. 26. Ну, мне кажется, игра сейчас... Да, интересно. Мы попробуем по цветам. Неправильно. А, пусть покупай жизнь. Не отчаивайтесь, написано. Теперь давай все-таки по цветам сделаем. Просто рандом. Красный поставим сначала, потом зеленый. Давай попробуем 19. Это неправильно. Ты помнишь, да? Ну, просто не может такого быть. Ну, почему нет? Не верьте цветам и словам тоже. Вот мы тебе не поверили. А, мы поверили чему-то. Цветам ты поверила. А вот это что, все просто так? Что, нас запутали? Спрячь 19. Хорошо. Ну, вариант пока 19. А 2-7-5 мы вводили? Да, вводили, неверно. А 2-5-7? Хорошо. 2, 5, 7, 5, 12. Какая-то задачка вот такая. Вот она, стол. Стол 20-й. Ну, попробуем. Угу. Неверно. Он издевается. Давай 19 попробуем на всякий случай. А что 19? Один, неверно. Да. Сюда. Не верьте словам и цветам тоже. Не верьте словам. Значит, тут не синий. По цветам смотреть. А потом не верить цветам. Может, вот так? Ничего не поменялось. Хорошо. Может, вот тут цветам не верить? Когда мы будем вводить? И что тогда? Ну, ладно, давай пробовать дальше. Синий. Зеленый. Используйте только синий, зеленый, фиолетовый. Вырезать, а? Или вот это? И что, куда я его засунул? А тут Б. А, может быть. А там цифры нет, могли Б? Б. Непонятно, какой цифры ведет. Или 9, или 2. Подставь тогда вот эту желтую. Ну, непонятно, она сюда ведет. У нас есть первые 4, скорее всего. А может, 2 раза синий поставить, типа? Вот тут. А фиолетовый это синий плюс красный. Ну, не знаю, будет это работать. Синий. Ну, синий ты поставил, как эта цифра вышла. Только 4. Синий. 4. Потом только зеленый. 7. Да? Да. Выходит 7 тут у нас.
Да, выходит. 4-7, а потом вот эти 2. А тут какой выходил? 2. А тогда давай 4 плюс 2, это 6. 4-7-6. Ну давай. 4-7-6. Это 20. Нет. Я подозреваю, что рандомный загадок, когда я ваш конек. Я слышал это. Старый пердон. Так, ну не подожди, мне понравилось твое. Используйте. Это не этот, это не отсюда. Ну да, но я думаю, что это в прошлый раз было такое, что подсказки на других помогали нам в тех. Угу. Только синий, зеленый и фиолетовый. А может быть для этого попробую 4-7-6? С вот этим. Ну, нет, я думаю, что нет. Подожди, и фиолетовый. Как получить фиолетовый? Смешать? Красный и синий. Красный и синий смешать. Красный и синий. Красный. Красный это зеленый, а синий это красный. Красный дает пятерочку еще. Видишь? Угу. Как ты там считал еще раз? Синий что дает? Четверку дает вот тут. Четверку. Зеленый что дает? Смотри, куда его приложить. Тут он дает тройку, тут он дает четверку. Ну, тут нет. Но зеленый, либо во втором месте. А фиолетовый, это 5 плюс 4, 9. 4, 3, 9. Давай для вот этого попробуем. Ага, сейчас. 4, 3, 9, это 16. И 15. Нет, это не стол. Это не стол. А что это? Это дверь. А дверь какая? Покажи. Вот это? Да. 28. Вы вводите код, слышите щелчок и верите вы или нет, замок открывается, вы свободны. После, казалось бы, вечности вы добираетесь до ближайшего города. Просите рассказать о полиции, он выслушает вашу историю с большим удивлением. Они хотят, чтобы вы показали, где в лесу находится этот заброшенный дом. Вы ищете это место с утра до ночи, но тщетно. Заброшенного дома нигде нет. Год спустя вы получаете открытку без обратного адреса. На ней изображена картина из заброшенного дома, на обороте написано: «Жду с нетерпением поиграть с вами в следующую мою игру. Скоро увидимся». Кажется, мы наперед что-то сделали, да? Да. Как мы это? Ну, с помощью вот этого. Угу. А да? Мне кажется, что мы победили, но давай посмотрим за подсказки по вот этому. Давай посмотрим, да. Победили мы. А помнишь, мы сколько начинали? Нет, ты сказал, засекли время. Да, я сказал, засекли время. Но мне кажется, что мы больше часа уже сидим. Да, да, да. Запись идет час больше часа. Час 11 у меня идет. Час 11, справимся. Час 11. Фух. Так, мы смотрим подсказки по этому, чтобы проверить. Угу. Подсказка 1. Для того, чтобы решить загадку, вам необходимы карточки D и L. Вот D и L. Да. Также три стороны примета. Теперь решайте. Понятно? Ну, это точно вот мы да, все правильно да. поняли. Дальше. Карточка загадки D подскажет вам последовательность, в которой должны быть установлены три стороны примета на карточке загадки L. Не верьте ни словам, которые написаны, ни цветам, которые там изображены. А, надо, чтобы оно не совпадало ни с тем, ни с тем. Значит, сначала зеленое. Потом красное, потом синее. Но мы так и подставляли, по-моему. Зеленое, красное, синее. А, где нет. синее? Я не знаю, где синее. Эти два. Вот оно. 3-0-8. Это вот такое, вот это? Вот это. 3-0-8. Это 11. Нам тут три карточки нужно дать. Что это вы разобрали? Это стол. Это 6. Вот и мы там в столе их нашли. Ага, да и оп.
Ага. Так, поехали. И а вот, для этого надо использовать только зеленый, синий фильтр. А как мы это решили? Каким-то случаем? Мы подобрали, короче, вот там цифры. Так, используйте только синий, зеленый и фиолетовый. Вот они. Так, вот это сюда точно, вот это сюда. О, так лучше подходит. Это сюда. А сначала первая буква, первая цифра. Давай, подожди, синий. Четыре. Четыре. Ты можешь просто по цветам сделать. 4, 3, 9. 2, 4, 3, 9. Ага. 4, 3, 9, да? 16. Да, и мы выходим на 2, 28. А мы 4, 3, 9 подобрали, просто подставив вот эту штуку. Ты уверена, что 4, 3, 9 у нас было? Да, уверена. Запомнила, что такое было последовательность цветов. Синий, два зеленых. Мы просто отправили. Ну, 2 года, а не 4, 3, 9. Да, мы подставляли, подставляли и наподставляли ответ на другую заранку, на ту, которую надо. Ну, я думаю. В жизни так тоже бывает. Когда пытаешься угадать ходовой замок, тыкаешь везде и можно угадать. Фух, у нас, конечно, мусора тут собралось. У вас сколько? Весь стол в карточках. Фух, ну что, как тебе игра? Прикольно. Мне очень понравились загадки. Они прям сложные. Да. И много уровня. Смысла вообще никакого нет. Сюжет прям вот квест комната завели в эти. Карантин идеальный вариант, когда не надо идти в комнату, вообще не можешь. Мне понравилось, что получается для каждого предмета отдельная вот такая карточка. Если ты вытащил вот эту для фиолетового стола, то какие бы ты ни пробовал, они не подойдут. Тут все остальные варианты неправильные, только для этого неправильные. Поэтому случайно не получится угадать. Мне нравится, как эта штука работает, то, что тут и цвета, и эти, и, ну, и то, что надо использовать коробку, там, штрих-код, посмотри вниз. Да. Yeah. То, что под этим была подсказка, это весело. Да, то, что внутри коробки была подсказка, это круто. Ну, короче, ну, и то, что все вот это, ну, смотри, сколько хлама. Это прям экспириенс такой, квест-комнаты я получил только что. Да. Спасибо за игру. Спасибо тебе. А вам спасибо за просмотр. Игра мне зашла. Вот так она выглядит. Я думаю, что вы ее видели. Она тут висела, лежала все это время. Спасибо за просмотр.